сегодняшняя организация будет проходить в двух форматах. Первое, это против митингов, потому что люди собираются 5-6 человек, 10 человек, и показывают свое недовольство с плакатами, защищая какие-то интересы или какие-то организации. Это нас очень волнует. Почему? Потому что весь мир на нас смотрит и думает, что наш образ жизни такова. Мы не хотим этого. И второй формат. Мы хотим обратиться вот, к кандидатам в президенты. Вот через 3 дня уже начнется официальная агитация. Будьте открыто, чисто.